По его словам, сотни молодых людей уже активно участвуют в общекраевом двухмесячнике чистоты. Это студенты, волонтеры и просто неравнодушные молодые люди. Бывает так, что молодежь выступает в качестве катализатора процессов и к активистам присоединяются жители соседних домов. Патриотизм – это не просто любить родину и защищать свою страну. Патриотизм – это также выйти на улицу. Тем более в год экологии мы не просто можем выйти, мы должны выйти на улицу и сделать свой город, свой край, свою страну чище, лучше. Я хочу видеть свой город чистым. Я хочу, чтобы молодежь этого города знала, что дома у себя нужно наводить порядок.